здесь. Ты чё, петужара, своё дристалище на моём балконе разминаешь, да? Опа, гнилые эплы. Кыщ-кыщ-кыщ-кыщ. Хочешь эппл? Спила я. Тогда забудь мою крышу быстро. О, прикольный ведро. Капец. Ничего не видно. Но очень отлично видно ведро. Агрегат какой, ты посмотри. Ну-ка, что там у нас? Надеюсь, здесь нет волны с идущим к реке, а то опять час его слушать буду. Опа, кола. Я чувствую прилив сахара. What is this? Ладно, тут не помешало бы заняться генеральной уборкой. Убрать лишний мусор. Йоу! Ничего страшного, потом свои шарики долижете. Тут все двигается, смотрите. Все можно взять. Ладно, такую хуйню я бы в реальности не поднял. Все правильно. Прикольный кирпич. Возьму его с собой, пошли. Алло, 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 привет, папа! У меня все хорошо, я кирпич нашла. Ты же всегда говорил, что я у тебя умная. Умба-ла-бумба, не дергайся, сейчас я тебя освобожу из этой дьявольской коробки. О, флюмастеры. Тут кто-то цитадель не дорисовал, давайте-ка мы ее дорисуем. Ну, другого исхода и быть не могло, понимаю, херня, сейчас сотрем. Во, it's perfect. Я буду скучать по тебе, шедевр мой. Ладно, нам пора в путь. О, прикольная картина. Только неровно повесили. Вот так нормально. А, то есть мы ушли с одного балкона и вышли на другой. Воу, Страйдер, не подходи. Хуеть, он здоровый. Ты говори такой здоровый, а? Не сильно он меня напугал, но чуть-чуть есть. Так, хорош сиськи мять, пора в путь собираться. Что это такое? Кофе, берем с собой. А ты кто, бля? Ведро? И это ведро? И это ведро? Радио. Берем, бля. Будем слушать гороскоп в дороге. Ах да, еще не забыть стереть план по захвату мира. Ну все, в путь. Погодите. Я, конечно, тороплюсь, но пол грязный я оставить не могу. Все. Лучше не стало, но мне лучше стало. Свет еще надо выключить. Я еле-еле насосал на месяц. В тяжелое время живем. Ух, какой колоритный лифт. Какое тут все родное. Эй, ёбля. Мне, то есть Алекс 19, у нее юношеский максимализм. Что получилось? Собрать чемодан? Да, все у меня. Изи-пизи, лемон-сквизи. Что такое? Что? Нет, ты не смей бросать меня. Я тебя впервые вижу, но я буду переживать. Воу, опять фломастеры. Подлый гринго. Я нарисую ему сомбреро, чтобы унизить его. И юбку, как у девушка. Морально уничтожено. О, велосипедро. Ну-ка, сделаем кружок по дворику. Дежаву, it's just been this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. На велике-то ядхат краба улизнуть можно. Блять. Колесо застряло. У этого байка слишком тонкие колеса. Что с тобой не так? Конь педальный, хули ты не работаешь? А, так у него цепь отсутствует напрочь. Ладно, понесу тебя домой, скотина. Ты моя рогатая. Поехали. Проходи давай. И по лестнице наверх. Я прям в детство вернулся. О, Тамара Васильевна, когда кастрюлю вернете? Она всегда не добра ко мне. Чтобы ее холера забрала.
А, педрилы мелкие! Сейчас как уебу велосипедом. Хлеб на пол уронили. Это все, что есть у второго сталкера сейчас, суки. Почти дома. Странный у меня маршрут к дому через крышу, конечно, но что поделать? В странные тяжелые времена живем. Чтобы я, блядь, еще раз велик из дома вытащил. Пролезай давай. Оу! Оу! Все, хорош! Хорош! Стой! Нормально! Стоим! Окстись! Все! Поехали! Ой, блядь, здрасте! Это мой велик! Я домой его нес, отвечаю, вон у меня тут даже наклейка. А, это не мой велик, я его спиздил. Дядьки! Дядьки, суки, выпустите меня отсюда, мать вашу! О! Здорово, глинамесы! Тут жарковато немножко. Можно форточку для леди приоткрыть? Спасибо. Бля, хер мне в сумочку. Это граната. Не стоит паниковать. Пожалуйста, без... Меня как-то из троллейбуса в таком состоянии вытаскивали. А, так ты хороший, да? Ладно, спасибо. Потом... О, дохлая крыса. Привет, дружок. Привет. Что ты там делал? О, яблочко будешь? Яблочко свежее, прям как ты. Слушай, а как мне тебя назвать? О, давай ты будешь Рататуй. Рататататататататуй! Ладно, прости, Рататуй, больше никаких каруселей. Ты мне нравишься, я возьму тебя в напарники. Смотри, друг, какой у меня для тебя ошейник. Главное, теперь не ходи один купаться, хорошо? Смотри, шеф, это мой новый друг Рататуй. Что, он вам не нравится? Да вы приглядитесь к нему, он хороший парень. Я не понял. Тебе вилкой в глаз или в попу раз, а? А? Да, вилка воняет, она уже в попе побыла. Так, еще одна комната с сюрпризом. Ух, ебать. Тут пукнуть опасно. Еще и лазерные мины тут. А если я аккуратно возьму... О, шина. Моя шина. Шина от машины. Привет. Прыгнешь через шину? Давай, попади в очко. Ну, ты хоть попытался. Давай. Опа! Ха! Красава! Давай, мозгоёб, прыгай. Ха-ха-ха! Это я сейчас поймел твой мозг, сука. А тут у нас преграда образовалась. Посиди тут, Рататуй, пососи лапу немножко. Папа разберется. А-а-а, грыжа моя! Опа, здрасте. Я вас понял. Смотри фокус, Рататуй. Трах тебе дох. Та-да! 10 секунд, да бегу я, бегу. Тяну долбанный рычаг. Все, планы у тебя просто охуительные, все срабатывают. Держись, Рататуй, сейчас что-то будет. Воу, ни хрена себе. У нас точно все идет по плану. О! Мне кажется, твой план давно закончился, начался пиздец. Ёб твою мать. Ангел Божий, спаси и сохрани игру перед смертью. О, какого... У меня волос в рот попал. Меня трахнули, пока я ничего не видел. О, где Рататуй? Где моя крыска? Какой окей? Рататуй пропал. Рататулечка! Рататулю-чу-лю-лю! Лю-лю-чу-лю-чу! Где ты, пидорасик? Нет! Нет! Как хуй с ним, найду другого.